И для вручения в этой звездной номинации на сцену приглашается самый молодой шеф-кондитер России, бренд-шеф, кондитер кондитерского дома Алтуфьева Рамазан Хаметов. Микрофончик, не забывайте. Победителем номинации «Мама-актриса» становится актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Блёданс. Любящая мама замечательного сына Семёна. Друзья, но. По причине небольшой болезни сегодня премию за Эвелину получит руководитель школы художественного грима и визажа, телеведущая канала «Пятница» Эстель Семенчук. В первую очередь, здравствуйте, друзья. Хочется поприветствовать и поздравить всех мам. Именно ваши теплые руки согревают всю страну. Ну и когда организаторы позвонили мне и сказали: «Эстель, ты знаешь маму, которая занимается благотворительностью? Я знаю одну самую великую маму в стране, у которой солнечный ребенок. И мы сегодня вместе с ней делали мероприятие для солнечных детей, играли в футбол. Но у Семочки, к сожалению, поднялась температура, и Евелиночка поехали домой с Семой. Вот, и поэтому просили меня и выступить за нее. Поэтому я поздравляю всех мам и свою мамочку любимую. Одаривайте нас теплом, а мы со сцены будем дарить вам любовь. Хорошо, от всей души. И от всех мам, и от себя лично поздравляю вас с этой премией. Дарим Эвелиночку. Эвелина Блёданс, мама, актриса. Ну что ж, мы просим вручить Эвелине все эти подарки, статуэтки, дипломы. И провожаем Эстель быть почетным гостем нашего праздника.